Что же, всем привет! Я сегодня хочу сделать вместе с вами, со всеми, кто меня смотрит, аниме мейкап. Я еще не знаю, какие стрелки у меня будут, но я думаю, будут очень длинные стрелки. Уверена, будет белый цвет, потому что с этого, в принципе, и складывается аниме мейкап. Поэтому поехали! Так, я только помыла голову. Надела свой любимый топик, который купила за копейки. Очень яркий цвет вообще. Я нанесу крем CeraVe. У меня такая бадья огромезная. Совсем чуть-чуть. И раз, два, три. Лучше не переусердствовать с кремом. И лучше подождать, пока он впитает. Потому что у меня были такие казусы. Когда я не подождала, нанесла очень много, и сразу тональником, и был просто кошмар. У меня скатался вот этот мой CeraVe крем, который CeraVe, я не знаю, как правильно говорить. Мнения расходятся. Первым делом наносить тональник. Тональник я, наверное, возьму NARS, потому что этот цвет вообще мне не подошел. Это вообще ужас. И я купила, чтобы размешивать такой светлый цвет, NYX. Порцелян. Порцелянова девчина. Так, я уже смешала на своей палетке два этих цвета. Будем смотреть сейчас, какой получился по итогу. Но мне кажется, он мне подойдет. И быстро-быстро впиваем. Хочу перекрыть все свои прыщи, потому что их у меня накопилось очень много, к сожалению. Я не знаю, из-за чего, или из-за косметики, или из-за неправильного ухода, хотя он у меня правильный. Или из-за маски, которую я ношу на работе. А, это просто кошмар. Пиваем, пиваем. Конечно, спускаемся на шейку, немножко ушки. Оп. Считаю, прекрасно, прекрасно все перекрыло. Вообще, просто сравните. Что же, я закончила. Вот что у меня получилось. Я считаю, очень классный тональный крем. И один, и второй. Сейчас будем наносить консилер. У меня Тарт. Прекрасный консилер. Нанесем совсем немножко. И быстро все растушуем. Корректор кремовый. Я много не хочу, потому что мы будем все припудривать. Но коррекция важна в макияже. Еще я нанесу румяшку от Анастасии. Мне очень нравятся румяшки эти. Я совсем чуть-чуть использую, но сегодня у нас мейкап аниме. Аниме мейкап, поэтому возьмем очень много. И вот сюда залезем. Короче, у нас будет просто розовое лицо. Будем свиньями. Ну, как-то так. Якось так. Как я хочу сделать губы? Я хочу губы. Хочу большие губки. Ну как большие? Мне, в принципе, нравится моя форма. Но хочу немножечко добавить объема.
Так, возьму кисточку. Вот эта кисточка мне очень нравится. Купала в Англии. Так, нанесу сюда и вот так. Пока пудра делает свое дело, я сделаю бровки. Форму я не хочу менять. Вот такие у меня бровки получились. Сейчас будем снова наносить мое любимое мыло для бровей. Для моих бровей только можно использовать мыло, потому что это единственный хороший вариант, который закрепит надолго мои брови. Короче, вот что у меня получилось. Не знаю, насколько похоже это на аниме-макияж. Будем оценивать в конце. Вот какой у меня макияжик вышел. Что же, видео подошло к концу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, пишите комментарии и всем пока!